Здравствуйте! Сегодня расскажу вам о препарате Панадол. Панадол выпускается в виде таблеток. Действующим веществом является парацетамол. Препарат относится к анальгезирующим ненаркотическим средствам. Он обладает обезболивающим и жаропонижающим свойствами. Применяется при симптоматической терапии, болевого синдрома, при головной боли, мигрени, зубной боли, боли в горле, пояснице, мышцах, болезненных менструациях, при лихорадочном синдроме в качестве жаропонижающего средства, при повышенной температуре тела на фоне простудных заболеваний и гриппа. Препарат предназначен для уменьшения боли на момент использования и на прогрессирование заболевания не влияет. Принимает так. Взрослые, включая пожилых, по 1-2 таблетки до 4 раз в сутки, если необходимо. Интервал между приемами не менее 4 часов. Разовую дозу 2 таблетки можно принимать не чаще 4 раз в течение 24 часов. Дети 9-12 лет по 1 таблетке до 4 раз в сутки. Интервал между приемами не менее 4 часов. Разовую дозу 1 таблетку можно принимать не чаще 4 раз в течение 24 часов. Препарат не рекомендуется применять более 5 дней в качестве обезболивающего и более 3 дней в качестве жаропонижающего средства без назначения и наблюдения врача. Противопоказания – это гиперчувствительность компонента препарата, детский возраст до 6 лет. Также применять с осторожностью нужно при почечно-печеночной недостаточности, вирусном гепатите, алкогольном поражении печени, алкоголизме, в пожилом возрасте, в период беременности и лактации. Спасибо за просмотр! Будьте здоровы! Если понравилось видео, ставьте лайк. Подпишись на канал, и твоя аптека всегда будет под рукой.